Привет, друзья! ВМС Китая опубликовала промо-ролик об эсминцах проекта 055. Первый эсминец четвертого поколения, проекта 055, впервые был спущен на воду в 2014 году. Эсминцы типа 055 настолько большие, что в США относят их к классу крейсеров. Корабли этой серии строят очень быстро. Малые сроки строительства достигнуты за счет модульно-секционного подхода. Корабль оснащается РЛС типа 346В, способной засекать крупные цели на дальностях до 600 км. Эсминец имеет модульные вертикальные пусковые установки для ракет. Общий боекомплект – 112 ракет. Для поражения надводных и береговых целей эсминец может использовать крылатые ракеты YJ-18 и CJ-10. ПВО на средней и большой дальности осуществляется при помощи ракет HHQ-9 и HHQ-16. Также имеются противолодочные ракеты Сай-5. На корабле установлена 130-мм артиллерийская система, 30-мм автоматы, зенитный комплекс HJ-10 с 24 ракетами и системы РЭП. Для борьбы с подводными целями имеются два торпедных аппарата калибром 324 мм. Водоизмещение корабля 13 000 тонн. На данный момент эсминцы этого проекта считаются одними из самых мощных в мире. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.